Я очень не хочу делать квесты того негра или обустраивать... деревни, поэтому, скорее всего, я завтра весь день буду... Кайф-сити? Серьезно? А тут кайфово? Ни хрена здесь не кайфово. Более бескайфового места и найти трудно. Да ладно вам, чё вы? Гуйс! Я стремлюсь к подземке, отстаньте. Отстаньте, чуваки. Я уверен, она там. Эти ссаные рейдеры в количестве миллиона меня только убедили, что я шел правильно. В подземке подземные люди. Посмотрим. Я охренею, если это будет так. Но мне почему-то все равно кажется, что я правильно плыву. Главное, знаете ли, не сдохнуть от радиации. Я думаю, все будет нормально. Я чувствую, что подземка уже рядом. Блин, вот денег вообще нет просто. Где люди берут деньги, я вообще не понимаю в этой игре. Департамент шерифа на Ханта какой-то. Чуваки, я подземку искал, отвалите. Мне кажется, братство Сталина что-то намекает. Мне кажется, братство Сталина что-то намекает. Оно постоянно там, где я, летает на своих винтокрылах. Чувак! Ты не из подземки? Похоже, что не. Братан! Заберите его! Он завис. Ёпарасоте, какой же мистер храбрец-то жесткий. Нет, что-то не похоже на подземку, парни. Похоже, Мэдисон впервые ошибся. Скорее, похоже на надземку. Но как-то раз с утра, тара-ра-ра-ра-ра, я выпал из окна. Блин, куда не придешь, везде шута. Вот и левел подъехал. Так, стоп. Стоп, гараж Кейси Джонса. Парковка какой-то жопы.
Погодите. Столько экспы за обычное место не дают. Не дают. Не-не-не, ну это как-то... Я открыл просто локацию, мне дали 1,5 уровня... Ну это не может быть просто так. Не ли может? Ё-моё, ёлки-палки. Я не пойму, это злой рыбоглаз или нет? Савант? Ну, блин, даже савант не может... А, в 5 раз больше опыта, я забыл, господи. Действительно, действительно, савант. Я и забыл, насколько это больная херня, которую я взял. И забыл, насколько она имбовая. Я все, у меня в голове крутится, что только в 3 раза. Да чё это за рыбомир-то вообще начался? Где, блин, подземка? Вон тот чувак что-то должен знать, я вижу. Он пасет браминов, он не так глуп, как кажется. Так, чувак оказался пнем. А, нет. А, да. Издали я думал, это человек, а это пень. Ну, блин, я еще немного поброжу, мне все-таки кажется, что где-то я найду. Не может быть так, чтобы нигде не было. Стоп, стоп, что, что? Цветок. Так, ладно, Илья, мысли логически. Если не здесь. Если не здесь. Подземка. То где? Ну, это кажется мне маловероятно. Здесь, мне кажется, не должно быть. Здесь точно нет. Вообще, вот про эту часть можно забыть. Либо тут. Либо на том острове. Пойдем туда. Забаньте человека с названием N. Экнард The Best, пожалуйста. Забаньте этого человека. Я вас очень прошу. Пока я еще не прочел, что он написал. И больше не давайте ему вернуться сюда. Что за ублюдки? Портят все удовольствие от игры. Ну, 300 раз сказал. Ну, что за говноеды, а? Какой уебан, а? Пойдем туда. Даже настроение пропало подземку искать, честно. Ну что за говноед, а? Вот что я могу... Не молчалось-то, а? Чтоб все время, всю твою оставшуюся жизнь, когда ты играешь в компьютерные игры, какой-нибудь пидор стоял за твоей спиной и постоянно советовал.
блять, она сейчас рванет, блин. Где он? Добивай, добивай, мистера храбреца. Жалко, что не прокнуло. Был бы 200 экспы. Это, кстати, первый робот, которого я заомнил. Я понял, что по пути свободы. И мне что-то про путь свободы негр говорил в начале. Но я не хочу... Jamaica Plain. Ну-ка, я шмальну и узнаю, что это за человек там. По кому я шлепнул? Не, не буду. Сначала зайду. Сначала зайду, потом начну стрелять. Странно, что здесь радиации нет. Вы руидеры? Да, надо было стрелять. Да блин, как он мажет-то? Я прям... Голову уже шпаляю. Блин, обидно. В следующий раз, короче, Fallout 4 меня научил. Сначала стреляй, потом подходи. Здесь нужна другая концепция. Никакого милосердия. Шанс встретить не рейдеров слишком низок. Ну, блин, это просто... Прийти в Питер под вечер. Ой, блин. Короче, мало того, что карта маленькая... Большинство из нее заселено рейдерами, так половина еще и непригодна для перемещения абсолютно. То есть я не знаю места, где можно вообще ходить хотя бы по твердой земле. Это, блин, вот и вот, и все. Все остальное либо радиацией задристан, либо водой, либо еще каким-нибудь говнищем. Че там происходит? Квинси. Я что-то, блин, слышал о Квинси. Ну это рейдеры. Рейдеры, хуейдеры. Ладно, пора заканчивать, значит. Давайте еще раз посмотрим, может я все-таки что-то пойму. Молекулярный уровень.